Петербурге обнаружили квартиру с 58 комнатами. Пошел в тубусик, потерялся, умер. Походу кто-то заигрался в Sims, блядь. Е, блядь, иди в жопу со своим дробовиком. Задницу тебе сует там. Было детство, не потом, стал... блядь, летит. Летит с этим дробовиком со мной в жопу. Знаешь, просто я отпустить дробовик не может из-за закона игры. Не, остановись! Можно выстрелить? Можно хоть дробовик забрать, сука! И знаешь, там просто... Водитель автобуса даже, блядь, не посмел забрать дробовик этот ебаный. Знаешь, там просто... Там создатели этого режима такие смотрят на эту острую и думают, какого фига тут дробовик пропал? Почему он, сука, на острове уже? У одного бесплатное оружие, а у другого расширено оно. Плюс один слот для предметов. Че, его пиздим или как? Да. А нет, их там... Да? Да, пошли. Сучари. А чё я лететь не могу? Я лететь не могу! Я как медленное говно лечу! Я лететь не могу, серьезно! Я лететь не мог! Я лететь не мог! Ты... Я летел, как будто бежал пешочком! Я Гарри Поттер. Я серьезно! Мне поэтому и настреляли, даже пока я летел. Да, не пошло. Обожаю пошло. Ну прикол, что флибустьеры может тактично сваливать. Просто такой пошел нафиг. Если ты еще в человека попал, ты идеально вообще. Это идеально можно спародировать Катю эту, Максюку. Пошел нахуй! У меня сейчас какой-то таракан, сука, по стене ползает. Ёлки. Ты кто? Я твой новый сожитель, сучка. Это знаешь, это как будто муравей переросток. Знаешь, когда окушу сожрал. Такой левел ап нафиг. Там Джоджа, сука. Тебе объяснить мне, как я так буду собакал. Хочешь сказать? Я ничего не убить не могу, я просто забыл. Чего за нафиг? Блин, так странно. Я не могу идти за ограничение какое-то. Я хоть куда-то двигаться могу? Иначе ты никак не поднимешь. Блин, я дебил. Я не вижу тебя на этом фоне. Сука, я тебя реально не вижу. Ай, дай он невидимый мудак. Че, Никита, Жека был прав, что насчет негра? Я не вижу тебя. Это имба. Сука, на такой карте да. Расист. Я просто сижу. Да сука, почему в каждой игре всегда находится какой-то пидрилкин, кто именно меня пинает или расстреливает? В каждой, сука, игре. В самом начале именно меня расстреливают. Фак. Никита, они файтятся, застрой меня. Да блин, почему так застраивается? Капец, я лоханулся. Он чё? Он упал? Он на ровном месте упал! Держи пинты, я пошел с ним. У меня есть.
Фак, фак. Застройся, застройся, там еще тьма. Лучше не файтиться. Я понял, как ты упал. Убил. Идеалистка упал, да. Идеалистка сдохла. Просто родители нету дома, а мне не купили новый микрофон. Я запись сразу не начал, чтобы начало запись. Сука. Лучше бы запись не останавливал. После победы. Сука, 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 сука. Да хватит! Да вы чё издеваетесь, несколько отрядов? Так. Вот и меня так же зажали, только 4 стороны. Мышка! Да мышка моя не крутится! Красавчик, ты дебилов убил. Ты понимаешь, что у меня мышка вообще не крутилась, они меня заключила. На меня? Он в здание забежал, я на крышу здания. А я его слышу там. Вот там не тот. Я дерево добываю. У меня потому что резко мало. Я могу тебе один миник дать. Да, домашний фон. Боевое ружье, матерь божья. Я подорвал. Слиби серы, Рили. Где его напарник? Он там сидит. А, ты нокнул? Да, я кнокнул одного. Сать. Чумош. Я после гранаты его убил, но я не знаю, где его. А, я вот тут на... его взорвал. На минике. Не Оскар. Ну пипец. Я миники скину. Спасибо. Он лол хпшный, я ему 67 дал. А, 70. Найс. Нормально. 13 кило. 5. Опять, сука, я фраги не набил. Затащили? Да. Они ешка. Хуешка. Ты мне сейчас по спине топором зарядил, ты понимаешь, фрисбон? Я люблю твою спинку. Топором хреначит. Ну я садистка, да. Аниме классно. Не, просто серьезно, пока они не выкатили этот ивент, по сюжету ноль. Просто пол сезона прошло, ноль. Даже, сука, в восьмом сезоне. И то был интерес сюжет. Игроки как бешеные долбили, сука, камень. Вместе всем миром долбили, сука, как в Майнкрафте камень. А я тебя не слушал, я был сосредоточен на бомже, который танцевал. И вкусно. Видишь, а я не ставил пол, потому что я играю в паркур-карты и умею... Я за тебя переживал вообще-то, ты скотина долбанная. Блин, классный дроп, спасибо. В смысле, что выпало? Я имел в виду про пол, а не про тяжелую. Можно? Да бери. Найдете там тяжелую или боевое ружье, дайте мне.
Ну ладно, о, если еще там... летает. О. Миган, а это... Я не настолько заядлый задрот, чтобы забирать у Никита оружие, так что я тебе его. О, дай. Боевое ружье! Спасибо. Сука, сливок прыгает на импульсы, я вижу по карте. Ну, блядь, было бы еще импульсное. Да ладно, на, держи, на. Тут так себе сливок был. Много патроны, дробные. Ну что, опять наступил момент окончания видео. Вот, да, как обычно. Вот, и я хочу сказать то, что я, сука, смонтирую это в 5, сука, утра. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Оцените, как хотите, мне уже насрать, я хочу спать. До свидоса.